Привет, дорогие друзья! Сегодня 1 мая. Мы с Сёмиком приехали в Москву на ВДНХ. Посмотрим, какие будут мероприятия. Должна быть выставка ретро-машин. Заехали мы на платную парковочку. Сём, показывай жетончик. Вот такой жетончик нам дали. Первый час бесплатно, а дальше по 100 рублей. Все, идем на ВДНХ, друзья. Друзья, не могут не радовать красные флаги. Смотрите, какая красота. Сзади вон гостиница «Космос». Георгиевские ленты, видите, победа. Красные флаги, красота. Люди радостные, все улыбаются. Всех мастей, всех национальностей, ребята, здесь мы с Семеном идем и смотрим. Армяне идут навстречу, казахи, таджики, индусы даже. То есть кого только нет. В нашей стране больше 190 национальностей и народностей живет. Все живут дружно, уважительно друг к другу. Существуем. И это прекрасно. Праздник весны, праздник труда. Светлый, хороший день. Солнышко, как всегда, то появляется, то исчезает. Прогуляемся вместе с вами. Вон Останкинская башня. Сейчас я вам, ребята, ее приближу немножко. Рядышком здесь уже. Вот он. Останкин. Аквариум, да, в глубине мы были один раз. Когда его открывали, говорили, что самый большой в Европе. Вот мы подошли к павильону СССР. Ильич нас встречает. Друзья, в каком городе у нас еще Владимир Ильич Ленин стоит? Интересно, напишите, если у вас в городах есть, остался где-то Ленин. Это интересно, напишите. Вот мы подошли к центральному фонтану. Вот этот павильон Российской Федеративной Республики, Социалистической Республики, что я говорю. Павильончик Армения. И вот главный центральный фонтан. Ощутите всю мощь и масштаб красоты. Почти как Санкт-Петербург. Даже круче, да, Петергофа? У нас фонтан. Очень красиво. Сейчас пойдем вам покажем. Весь фонтанчик. Пойдем, обойдемся мы. Как
А вон впереди павильон Республика Казахстан. Какой красивый. Я почему-то подумала, что это Самарканд, Узбекистан. А это у казахов. Я уже забыла, давно здесь не была. Очень красивый павильон. Вот поближе я подошла. Смотрите, Казахстан. Какой красивый павильон. Братья казахи. Вот такой вот павильончик у вас до сих пор остался. Вот рядышком с казахским павильоном музей Востока государственный. Тоже очень красивое здание. А дальше идем смотреть Азербайджан. Тоже смотрите, какие мозаики на стенах. Восточные, необыкновенные. Вот я вам приближу. Да, большая была страна, столько республик, да? У всех свои... свой потенциал, свои прелести. Все дополняли друг друга. Очень красиво, да. Смотрите, даже виноград изображен в арке. Славится, да, Азербайджан? Чем? Виноградом. Вон какая красота. Роспись какая. Вот еще один прекрасный фонтан. Как будто бы драгоценные камни. Посмотрите, разные. Как будто такие, как друза каменная. Гуляем дальше, да, вот павильон Беларуси. Беларусь. Там прекрасная белорусская женщина наверху. По-моему, пшеница у нее, да, венок в руках. В одной, а в другой какие-то колосья. Друзья, вот мы подходим на новую площадь. Вот здесь вот ракета. Як-42. Музей оптических иллюзий впереди. Можно заплатить денежки, сходить. Россия, моя история, 57-й павильон. Транспорт СССР. Пойдем поближе, подойдем. Вон там ретро-автомобильчики. Мы туда и идем, к транспорту. Будем смотреть. За самолетом слева Москвариум виднеется.
Там прекрасное шоу с касатками. Маленькие крокодильчики. Помнишь, Тёма, мы ходили? Да. Надо будет как-нибудь купить опять билеты и сходить самим, ролик для наших зрителей снять. Показать, какие там чудесные крокодильчики, белуги и прочие морские обитатели. Друзья, заходим в павильон транспорта. Будем смотреть выставку. Так, друзья, ретро-автомобили. Стандартный, одинарный, получается 400 рублей, да? Семейный, два взрослых, два ребенка, 900 рублей. Но мы еще подумаем сейчас. Льготные с 7 до 16 лет дети. Так, а вот здесь какая-то мощная инсталляция, рок изобилия. Туда можно залезть. Работа художницы Ирины Кориной. Современное искусство, вот как оно выглядит. Видение художника. Мечта москвича. Про автомобили, да, москвич. Футболочки 2700. Вот они, москвичи. Кружечка 700 рублей, сумка шопер 1200 рублей. Ну, это сувениры для туристов. Интересно, что-то привезти из Москвы. Видите, обложка на паспорт 450 рублей. Все с изображением москвича. Друзья, мы не пошли в сам платный павильон техники, но мы вам покажем вот все, что на улице здесь. Ну, москвич, да, как он преобразовывался, грубо говоря, я так понимаю, его эволюция. Вот такой вот был москвич. Мечта российских, советских граждан, да, люди. Стояли в очереди. Сейчас я вам поближе немножко покажу. Нет, они же были, помнишь, там с какого-то года пошли такие. Потом это уже пошли. Вот вам линейка «Москвич». Эволюция. Вот эти я очень хорошо помню, у нас были во дворе, да. Ну а что было-то? Жигуль, москвич, Волга, все, что я помню. Друзья, вот у павильона «Космос» мы. Здесь прекрасный музей, можно сходить на выставку. А мы увидели площадку и немножечко обойдем левее павильон и покажем вам, что там за детская площадочка. Прогулка наша продолжается. Спасибо, что вы с нами гуляете. Думаю, многие из вас были давно или вообще, может быть, не были в павильонах на ВДНХ. Ну, летом мы обязательно еще приедем, поснимаем. Летом будет повеселее гулять. Поснимаем вам, что здесь будет интересного лета. Вот такая вот площадочка. С
таким приятным покрытием. Просто красота. Хорошо, кто живет рядом с ВДНХ. Можно хоть каждый день, каждые выходные приходить гулять. Это все на ВДНХ. Здесь живут книги. Вот такой вот шкаф для книг. Можно приносить, класть, меняться. Это книжный шкаф. Читай, делись, расти. У вас есть такие в ваших городах? Около скамеечки. Можно подойти, посмотреть. Ну, мало интересных книг, честно говоря, но... То есть, кто в современном мире. Но, думаю, люди будут приносить, кому не нужно. Можно какие-нибудь сдать. У меня тоже детективчики дома лежат. Старенькие, бесполезные. Желтое чтиво можно положить. Может, кому-то понравится. Интересно. Так близко к ракете мы еще не стояли. Прямо под ракетой. Кристина, а ты вот там самолет подожди. Друзья, вот мы на ВДНХ гуляем. И у нас здесь встретились корги. Королевские корги просто. Красавчики. Боже. Все переплелись. А вы все из... А, я думала, это одна семья вышла. Встретились. Видишь? Это другая уже. Корги, милашка. Друзья, народу много-много. Мы нагулялись, показали вам красивый парк. Спасибо вам, что были с нами. Всем хорошего праздника, хорошего настроения. Сейчас еще поснимаю вам до выхода нашу прогулочку. Всем гражданам Российской Федерации большой-большой привет из Москвы. Наши поздравления с праздником весны. Подожди.
сколько отовсюду льет. Такие вот золотые рыбки, видите? Фонтанчики из золотых рыбок, да, идет? Я все это не делаю.